Марш миллионов в Оренбурге собрал чуть более 100 человек. В субботу в России прошла очередная акция оппозиции. Она стала самой малочисленной за всю историю так называемого болотного движения. В последние дни об этом говорят многие федеральные СМИ. Оренбург лишь подтвердил информацию. На марше не миллионов и даже не сотен побывала наша съемочная группа. Сбор участников был запланирован на полдень субботы. После традиционных указаний колонна двинулась. Необычно малочисленная. По справке полицейских, 140 человек. Среди участников уже давно знакомые лица. Мы выражаем свое недовольство против политики, которую проводит современное руководство и партия «Единая Россия». Мы выступаем против постоянно, да? Мы боремся и будем бороться до конца. Протестую против правительства, которое избрали, против Путина. Необычными в этот раз были некоторые лозунги и плакаты. Требования разнообразны и категоричны. Мы требуем исключения собственности за границей у чиновников и депутатов. Мы требуем от чиновников и депутатов вернуть все деньги в российские банки. Одной из основных тем, помимо недовольства действующей властью, была политсвобода. Вчера, пожалуйста, в Госдуме Гудкова отстранили от депутатства, лишили мандата. То же самое происходит и во всех регионах, в том числе происходит и у нас. За то, что мы говорим правду, за то, что мы открываем глаза, нас пытаются постоянно прессинговать, осуждать, всячески воздействовать, чтобы мы закрыли рот. Основная цель – протест против репрессий политических. Помогаем нашим товарищам по оппозиции, по поводу Садзыкина, в частности. Людям из народа оказались ближе проблемы экономические, повышение цен и услуги, за которые теперь приходится платить. Против повышения плат за квартплату. Мы сегодня пришли на этот митинг для того, чтобы сделать образование бесплатным, поддержать эту инициативу, потому что только мы пришли в школу 1 сентября, сразу начались добровольные взносы. Образование должно быть бесплатным, как и медицина, и сейчас у нас это насущные проблемы и не единственные. Идейных участников марша несогласных в Оренбурге оказалось немного. Многие и не скрывали, что на марше они люди случайные. Вы что сегодня здесь делаете? Встаю, держу плакат, все. Сергей Михайлович, все? Просунов, все. Несу знамя. Медленным шагом люди дошли до Беловки. Колонна из 140 человек охраняла 30 полицейских. В течение часа движение в центре Оренбурга было парализовано. Юлиана Третьяк, Сергей Завалишин, Ориент ТВ.